на логотипе автомобильной компании Acura заглавная буква А стилизована под него, чтобы подчеркнуть точность и техническое совершенство автомобиля. Назовите его словом латинского происхождения. Время. На мозговой штурм и обсуждение у игроков минута, затем нужно дать правильный ответ. Хотя правил объяснять никому не нужно. Игра «Что, где, когда» в нашей стране легендарная. Она существует на телевидении с 1975 года. И с тех пор только набирает популярность. Лиги созданы в большинстве крупных регионов. Иваново не исключение. В нашем городе в воскресенье в финале Кубка сошлись 15 команд. Минута, логика, командный мозговой штурм, раскрутка, да, нет, еще самое главное выбрать правильную версию, потому что иногда она была, звучала, записали не ту, и вот кто тут больше этих правильных версий отберет, кто больше, ну, опять же, бывает такая штука, называется «зашел пакет, не зашел пакет», какие-то авторы заходят у одних команд, какие-то нет. Вот, иногда очень сильные команды на простых вопросах сыпятся. Им кажется, что ответ слишком очевиден, и они его не сдают. Турнир серьезный, рейтинговый, лицензированный. Вопросы все 36 сложные. Не только на логику и сообразительность, но и на академические знания. Чтобы провести финал турнира, в наш регион приехал самый молодой обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров. Он сам лично собирал пакет вопросов для команд. Пообещал, что будет сложно, но интересно. Так и вышло. Тематика самая разная, от оскароносных кинофильмов до каких-то народных загадок и, в общем, все что угодно, научно-популярные книги, как источники, а где-то и Александр Сергеевич Пушкин у нас промелькнет. В общем, все что угодно, знатоки должны отвечать на вопросы обо всем, обо всех сферах жизни. Что, где, когда играют в основном люди взрослые, всех полов и профессий. Их объединяет интеллектуальный азарт и жажда новых знаний. На турнир приехали гости, команда «Сборная Владимира». Игроки очень сильные и опытные. Любой хороший вопрос, что где когда, построен на каком-нибудь интересном новом факте, и так или иначе ты свою копилку знаний пополняешь. То есть очень часто бывает, после игры мы приходим домой, открываем какие-нибудь энциклопедии, или тоже Википедию, и какие-то факты, которые мы узнали на игре, мы для себя еще раз повторяем, читаем, таким образом просвещаемся. Плюс что где когда, это очень хорошее общение, это новый круг знакомств, ну и плюс это интересное путешествие, потому что мы регулярно выезжаем в другие города поиграть. «Хрустальная сова», несмотря на серьезную конкуренцию, осталась в Иванове. Большее число вопросов взяла команда «Пятая колонка». Следующий крупный турнир по спортивному «Что, где, когда» на призы мэра города состоится 10 марта. Елена Белова, Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ «Иван».